Спортивные гимнасты из 10-й ДЮСШ покинут спортзал СКА до 31 ноября. Об этом сообщил начальник городского управления по делам физкультуры и спорта Руслан Пуздрач. По его словам, договор об аренде помещения в сельскохозяйственном переулке с Министерством обороны закончился еще летом. Сейчас завершается срок дополнительного соглашения. Главная причина – несоответствие помещений требованиям пожарной безопасности. Из-за протекающей кровли есть угроза замыкания, поэтому свет спортсменам администрация спорткомплекса отключила еще в сентябре. Это вынужденная мера, потому что, ну, когда искрит проводка, это, и когда там находятся наши дети, чьим здоровьем и жизнью мы не имеем права рисковать, поэтому мы подкорректировали расписание, и сегодня расписание школы походит в световое время суток. Для того, чтобы не прерывать учебно-тренировочный процесс, я еще раз подчеркну, были неоднократные обращения городского головы к руководству Министерства обороны, потому что зал все-таки находится у них на балансе, с просьбой передать городу для того, чтобы провести согласно действующему законодательству капитальные работы и привести зал в соответствие требованиям. В городском управлении спорта обещают найти новое помещение для школы спортивной гимнастики. Соответствующие обращения были написаны в ряд вузов и других учебных заведений еще несколько месяцев назад. По словам Руслана Пуздрача, это временная мера. Рассматривается совместно с департаментом образования возможности использования спортивных залов общеобразовательных школ. Есть школы, где по два зала, может быть, которые свободны от аренды, как временную меру, туда завести гимнастику. Это в любом случае временная мера. Сегодня есть принципиальное решение о создании многофункционального спортивного комплекса с гимнастическим уклоном. Есть предпроектное решение, есть визуализация. Я предполагаю, что это до конца 2019 года этот процесс должен быть завершен. Есть предварительное даже пятно застройки. Не хочется забегать вперед, это Киевский район.